Плюс 3 года за «Локомотив» нападающий Даниил Апальков продлил контракт с ярославским хоккейным клубом до 17-го. В текущем сезоне игрок, которому 21 год, хорошо зарекомендовал себя. В чемпионате КХЛ он провел 36 матчей, забил 6 шайб и отдал 9 результативных передач. Отличился Апальков и за вторую сборную России. За нее он сделал первый в своей карьере хет-трик, отправив 3 шайбы в ворота команды Франции в товарищеском матче. Апальков перешел в «Локомотив» из «Магнитки». В прошлом году он взял серебро чемпионата мира в Канаде, выступая за российскую молодежку.